Знаешь, я теперь. Окей. У меня есть доски. И нужно из этих досок что-то сделать. Ё-моё. Промазала. Окей. Такие, да, еда, еда, быстрее кушай, быстрее кушай. Блин, не успел покушать, Ей! Ее! Нет, нет, нормально все. Нормально все. Окей. Нет. Нет, 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 не хочу. Не хочу. У меня 3 хп осталось. Долбаные 3 хп. Так, я быстрее, я буду царь-горей. Это как... Блин! Я как Беар Гриллс буду сейчас. Это как... Я кушаю мясо. Собираешься есть червей? Нет, получи глаз. Хотя у меня его нету. Да. А, так, тут береза. Береза. Тут была береза. Она не дорубилась, вот в чем прикол. Не подталкивай меня. Фейл. На shift нужно нажимать. Да знаю, ну... Не верится как-то. Ну ладно. Так, нужно посадить там еще березу. Вот тебе росток, хотя ладно, сейчас сам. Я посадила одну. Ой-ей, посадила березу. Так, окей, так. Ах ты, паршивое дерево. Не хочет нормально ложиться. Паршивые доски. Чёртовы доски. А, я еще и нос чешется. Походу чихну скоро. Предчувствие такое, да? Нет. Это зуд носу. В носу. Да. Хотя посмотрел среду обитания, там оказывается зуд в носу, это к плесени или типа того. Это вообще... Что? Да, что-то странное. Окей, можешь просто спать около меня. Да, я разрешаю. Так, окей, нужно курицу пожарить. Курица, жарься. Он там жарится? Ах, ты паршивая курица, не ложишься на shift. Так, снег эти. Что-то как-то ты мало там принесла этого. Так, сейчас сделаю печку. Печка нужна, да? Ну, наверное. Так, ну так ты открываться не будешь, да? А если наоборот? Слушай, забери все вещи из сундука. Хотя, походу, так тоже открываться не будет. Да, походу, так не открываться не будет. Попробуй положить сверху сундук. А, нет, открывается! Ребят, это баг! Это вообще открытие века. Это да, это... Ну, хотя бы сработало, это хорошо. Так. А теперь, что нам нужно теперь... Собственно, нам нужно доделать этот этаж, собственно, нам нужна береза, у него есть костная мука, это... Так, руби березу. Ты рубишь березу? Ты ведь ее рубишь? Нет. Почему? Не знаю. Я тебя прошу, руби, пожалуйста, березу полностью. Ты можешь ее срубить? Пожалуйста, сруби березу. Я это и делаю. Это хорошо. Такс, забираю все себе, а березу не оставляю ничего. Вот странно, что в Майнкрафте пеньки не остаются. Это было бы интересно. А, представь, все то болото такое в пеньках. А под пеньками ведьмы живут. Что? Что? Какие ведьмы? Болотные. Это странно. Давай, делай второй этаж. Я, пожалуй, начну делать... А, в общем, идти рубить дерево, там, сделаю себе топорик. Нужно много дерева, я буду делать вот как его... Какого дерева? Да любого дерева. Я буду делать ступеньки, они все одноцветные. Так, их понадобится довольно много, так что руби. Лесоруб. Руби топором. А чем? А, ну да, можно рукой. Так, это все забираю. Да, так, 39 ступенек.
39 гребаных ступенек. Думаю, мне не хватит. Так. Раз. И да. И, а хотя... можно сделать такой, такой. Ладно, будем делать такой. Так, 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 так. Будет прикольный у нас домик. Хотя почему у нас? У меня. Это мой домик. Надо 16 ступенек. Откуда у тебя столько? Ну, тут полублок, может, поставил? Не-не-не-не. Крыша будет не квадратная, а идти треугольником вверх. А, типа, тут то же самое? Да-да-да-да-да-да. Так, вот так вот сюда ступеньку. Вот так вот. Конечно, как же иначе? Нужно киркой их ломать. А-а-а! Чёртова крыша. Полублоки киркой ломают. Ступеньки... Можно и рукой. Задрот Майнкрафт, да? Я этого даже не знаю. А я в Майнкрафт играю меньше, чем ты, между прочим. Почему это? Ну, у кого там мир отгроханный, с механизмами Редстоуна, самыми сложными схемами, там, не знаю, с генератором камня. Ведь он там есть? Нет. Ну и хорошо, потому что это самая сложная схема, которую я когда-либо строил. Да. Так, топорик, топорик. Забираем. Блин, блок упал в пропасть. Ну, да, конечно, конечно. А я так уже было... падал, я так уже падал. И нифига, поднимайся. Конечно, не хватило одной. Что значит не хватило одной? Упс. Так, нужно, давай поспим. И это как его, отправимся в этот самый... в этот... Путешествие, скажем так. Не, за деревом. Ну? Ой, смотри, через сколько, интересно, я упаду сейчас? Как думаешь? Ну, не знаю. Нет! Нет! Фу! Фу! Нифига. Нифига. Окей, ладно. Просто я пошел просто спать. Слушай, на самом деле тут темно. Факелов нет у нас что-то как-то. Я хотел быть у стенки. Сволочь, у стенки. Там еще и окошко. Не ходи в ботинках по кровати, фу! Фу, фу. Так, у нас есть эти, как его, нам нужно... Нам нужен топор, топор, топор. У меня есть. А у меня нет. Это железо есть, так сказать. Нужно очень много этих. Раз, два, три. Давай там иди уже руби. Я к тебе сейчас присоединю. В какую сторону? Там, где побольше деревьев. На болото. Там уже мало деревьев. Нет, еще много. Там мало. Много. Мало. Много. Окей. То есть ты пошла в сторону болота? Да. А я тебя... А, нет, я тебя вижу. Твой ник светится. О, светится прям. Эй, опять же. Это было близко. Это да, это в синге тут близко. Думаю, я перепрыгну. Стрелы? Нет! А, есть, я перепрыгнул. Есть, есть. Дизик номер один, все. 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 Дизик номер один. Никто и не спорит? Не. Пока что ванномас номер один. Да. С этим пока что конкурировать сложно. Ну, как бы не знаю. Было дело, что попало на его видео. Ну, как бывает в Ютубе. Да все посмотреть. Попадают на его видео. У него их до хера, понимаешь? Понимаешь, заходишь на Ютуб посмотреть на котиков, не знаю. А заканчивается все ванномасом. Я вообще как-то дошел до ролика, там, где чувак себе прыщ выдавливает. Вот что с людьми YouTube делает. А еще говорят, жертвы контакта. Ну да, скорее жертвы YouTube. YouTube. Да, YouTube.
Да уж. Да, наверное, посторонние звуки. У меня собака чешется, она лежит на диване, но как-то она далеко слишком, чтобы я им чуть помог, так что... А если у меня посторонние звуки, то рядом со мной лежит мороженое, и очень тяжело. Вкусное мороженое не есть. Думаю, у всех есть такая проблема, когда мороженое рядом лежит, то... то как-то ничего нельзя этим поделать. Блин, он чешется, а? И вообще, вот... Ну вот оно тает, ну... Как так можно, вот ты когда мороженое тает? Ты не напоминаешь задрота из Симпсонов, там такая же ситуация была. Чувак стекло разбил, чтобы получить мороженое. Да, думаю, мы злостные лесорубы, потому что деревьев уже не остается. Гринпис нас убьет. Яблоко! Яблоко мое. Яблоко мое. Хотя ладно, я тебе подарю яблоко. Я тебе яблоко подарю. У меня есть мясо. Так, нужно еще, у меня уже почти стак дерева, кстати. У меня 46. У меня уже стак. Так, давай как-то определяться, разделяться на деревья все-таки, а не одно рубить. Это как-то малоэффективно. Хотя уже деревьев, собственно, не осталось почти. Да, мы плохие люди. Теперь он царапает мою подушку, на которой я сплю. Так, чтобы подвинуть, чтобы на ней спать. Так, он ее подвинул, он на ней ложится, и все, он засыпает. И он смотрит на меня. А я смотрю на него, на его наглые глаза, которые спят на моей подушке. А мой кролик в клетке в другой комнате, так что я... Так мило спит. Как я могу на него не сердиться? Это невозможно. Да, даже если он грызет провода. Даже если, знаю, что-то там еще делает. Как на него можно злиться? Это невозможно. Это невозможно. Так, ну, все взяли. Как ты быстро деревья рубишь? Какой-то, походу, алмазный топор. Нет. Да. Так, ну деревья все меньше и меньше. Методика просто особая. Ты какой-то чит нашла, который как... ты поставила мод, чтобы как в террарии срубил одну часть дерева, все остальные упали? Кстати, так было бы логично. Это было бы не очень... Это было бы логично, если ты вообще срубаешь это. Хотя я вроде знаю, есть такой мод, Ньютон вроде называется, или типа того. И он добавляет физику в Майнкрафт, ньютоновскую. Вот я его не проверял, но он, походу, прикольный. Да. Звучит весело. Да, ты помнишь координаты нашего дома? Я помню, в какую он сторону. Ну, это... собственно, я знаю, где он даже. Да. Тут, собственно, уже... Если бы тут были деревья, то я бы не видел, наверное. Так что мы сами себе, можно сказать, дорогу делаем, что ли? Ну, да. Так. Да, сломался, наконец-таки. Вот этот момент, когда сломался Сколько старый... Сколько у тебя?